Идем в разнос. Перевод и озвучка. Свайпра? I'm not sure. Парни, всем привет, с идем в разнос. Мы снова на стрельбище, и видос обещает быть интересным. Мы с Джастином вернулись со съемок видосов с Эдвином Саркисяном. И нас удивляет, что вот эта вот баллистическая тушка... Ты расслабься, да? Еще жива. У них срок годности обычно 3 недели. Но у нас в последнее время прохладно, плюс хранили мы ее в темноте, в сарае. Поэтому она жива и поможет нам ответить на еще один вопрос от подписчиков. В общем, нам написали, что неплохо бы увидеть, как тушку расстреливают в автоматическом режиме. Есть? А еще писали, а где 50-ка? Где Рауфус, хлопушка-веселушка? Хорошо, и это будет. Вот этими патронами сегодня будем стрелять. Джастин вот притащил автоматического дегтяря. И в барабане обычные патроны будут намешаны со снайперскими разрывными, то есть пристрелочно-зажигательными. Весело будет, это по калибру 7.62 на 54R. А потом, раз уж вы нас так сильно просили, у нас будет и Рауфус. Ну и чтобы наверняка выключить этого бедолагу, Джастин из своего собственного броника пожертвовал боковой пластинкой 3-го уровня. Приварил вот гвоздики... Пригвоздим ее на тушку и пальнем по пластинке. Это чтобы гарантировать, что пуля Рауфус взорвется внутри торса. И кому-то может быть интересно, откуда на нем огромная оранжевая дырка. Ну, если вы не смотрели наш последний ролик про эту тушку, вот что вы пропустили. А я напомню, что ребята с «Идем в разнос» прикручивают к своим роликам субтитры на русском языке. Так что у кого есть желание, рекомендую сходить на оригинальный канал по ссылке в описании. Ну что, сейчас мы подготовимся. Первым пойдет пулемет Дегтярева, патронов 20, наверное, зарядим. А уж а после закончим это все Рауфусом. Погнали! Так, патроны чередуются с разрывными снайперскими. Но все они сейчас смешаются в этой зомбячей тушке. От баллистик Дамилапс. Народ готов фигачить? Лады. Я машина! Интересно, что Джастин уже не в первый раз использует эту фразу. Прозвучала она впервые у Берта Крайшера на его стендапе. Там он рассказывал про поездку в Россию и свой лингвистический опыт. Собственно, сказать он, видимо, хотел «Я мужчина!» А получилось, как получилось. Ну да зато стендап вышел отличный, и глянуть его в русском переводе можно на канале «Стендап для всех». Ссылку я оставлю в описании. Кстати, это даже не проплаченная реклама, а так для сведения и развитие. I am the machine. Ау! Гильзы жгут! Все вышли, а я обжегся. Чисто! Блин, ну тушка просто чемпион, это офигенно. Мы на монтаже сделаем вот этот стоп-кадр, где снайперский разрывной, точнее РПЗ, взорвался внутри, и тушка как лампочка засияла. Капец красиво было! Но в целом, я говорю же, ранение торс держит отлично. Ну, посмотрим, зах ты, ёлки. Что там? Святый мятый. Глядите. А что это у тебя тут между позвонками болтается? Желейные пончики? Вот они. Диски. Диски. Просто его разворотило. Хорошо пострелял, Джастин. Ладно, а теперь патрон, которого я знаю, вы ждете. Ну, не знаю, даже это уже довольно круто, и будет сложно поднять планку. Да шучу, нифига вообще. Так, поехали, крепим пластину. Вот сюда. Джастин пальнет прямо вот в этого пулемета.
Настроим сейчас высокоскоростную камеру, получится, наверное, 6000 кадров в секунду. Поехали! Я взбудоражен. Интересно, какие повреждения Рафус нанесет баллистической тушке. Да, закройся! Я тут главный! Готов? Ну все, заслаю! Ой, ёлы! Это жестко. Дырень ужасная. Чисто. Ну, посмотрим, насколько меткий у нас Джастин. Кабум! Если это вас не заставляет подписаться, не знаю, что заставит. Хорошо вышло. Надо ее сохранить, потом на стеночку повешаем. Так. Попадание тут. И на удивление, ну как, вы же, ребят, видели на слоумо вот эту взрывную волну? Взрыв, это все выглядело, будто пуля прошла и вторичная пулька. Ну, в смысле, взрывной компонент пули взорвался за телом, потому что... Ну, дыра просто стала больше. Возможно, после попадания по бронепластине пуля немного вниз пошла, тут диск вот еще. Диск... Ну, вниз провалился. Красота, да? Мы не хотим вас разочаровывать. Пусть это и круто было. Мы еще пальнем голубоносый, зажигательный, то есть. Джастин засандалит просто так, прям в грудак, без пластины. И посмотрим, что выйдет. Погнали. Решили не голубоносый, а пристрелочно-зажигательный надо. Он наверняка качественнее раскурочит. Целить буду сразу выше... предыдущей дыры. Замочим козла. Сейчас зашлю. Ого, вау. Это мощно. Размотали его. Мерзко. Чисто. Лады. На слоумо все это смотрелось ужасно и классно. Значит, не знаю, куда именно пуля вошла, но где-то вот рядом. Вот это способ. Способ прямого массажа сердца зомбака. Это просто жесть какая-то. Шикарно. Ну, пуля, значит, не взорвалась. Точнее, взорвалась, но, наверное, уже после удара об бруствер. Но вы давайте посмотрите на этого парнишку сзади. Он явно ни за кем больше не погонится. Посмотрите. Это прекрасно. Смотри, легкая, не сдавайся, дыши! А крутотень какая! Шикарно. Ну, ребят, надеемся, вам понравилось. Зацените нашу страницу в Инстаграм, подпишитесь. Если же хотите прям поддержать канал, у нас на Патреоне есть страничка в описании, ссылка. Спасибо Ballistic Dummy Labs, что сделали такую шикарную тушку. Продержалась она 3 ролика. Все 3 ролика были шикарны, но этот последний будет моим любимым. Еще раз,
Спасибо, ребят, за всю вашу поддержку. Даже за обычные просмотры. Спасибо большое. Всех ценим, и мы вернемся.